Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Предлагаю приготовить очень вкусный и нежный пирог с яблоками и воздушным творожным слоем. Готовится он очень просто, выглядит красиво, а съедается очень быстро. Для его приготовления нам понадобятся яйца комнатной температуры, которые мы смешиваем с сахаром и ванилином. Взбиваем венчиком до образования пены. Продолжая взбивать, добавляем молоко и вливаем растительное масло. Смешиваем муку с разрыхлителем. И просеивая, частями добавляем к яичной смеси, постепенно помешивая венчиком. Тесто получается не густым, легко стекает с венчика. Выкладываем тесто в разъемную форму диаметром 20 см. Очищенные от кожуры и сердцевины половинки яблок режем на дольки. Выкладываем поверх теста, слегка притапливая. Выпекаем основу при 180 градусах около 30 минут. Пока выпекается основа, отделяем белки от желтков. Нам понадобятся только белки. Взбиваем охлажденные белки до образования легкой белой пены. Когда масса посветлела, постепенно всыпаем сахар, продолжая взбивать до уплотнения и увеличения массы. Отдельно соединяем творог со сметаной. Всыпаем ванилин и крахмал. Добавляем взбитые белки и аккуратно перемешиваем. На испеченную основу выкладываем воздушную творожную массу. Разравниваем немного лопаткой. Сверху кладем порезанное на кубики яблоко. Выпекаем еще 20-30 минут до готовности. Даем пирогу остыть, вынимаем с разъемной формы. Как вы могли заметить, рецепт очень простой. Пирог готовится из доступных продуктов. Получается вкусным и красивым. Приятного аппетита!